буду запускать только двигатель на задней оси, на передней оси смысла нет, так как один двигатель задней оси тянет прекрасно. Единственное, что нужно вот таким вот образом проволочку прицепить вот сюда вот, чтобы вот этот рычаг не уходил вперед, а то замедляется движение этого мини-трактора, тяни толкая. Здесь то же самое я раньше делал. Вот этот рычаг вперед и заматываю, потому что от вибрации этот рычаг опять уходит, уходит, и движение мини-трактора, тяни толкая, вот именно задней оси, становится тише. И движение какое-то такое вот слабое. И вот за счет таких проволочек получается работа. Так, это запускать не буду. Работа двигателя по полной программе.
утюг сгнил. Вот где-то я там вот был. Вот сейчас буду искать. Потому что в траве очень тяжело найти. Трава высокая, до плеч. Мой дун находится вон там. Вон. В общем, там. И теперь мне нужно... Вот смотрите, как я все делаю. Вот здесь вот тюк, который лежал, я его забрал. Вот здесь привязал. Буду здесь привязывать. Вот здесь буду привязывать. Либо с той стороны буду привязывать. Вот здесь буду привязывать. В общем, я нашел места там, где можно было привязать веревочки. И сейчас буду обследовать. Это последний тюк, который я здесь нашел в поле. Потому что больше ничего нет. Если только забрать вот эту вот всю гниль на картофельное поле, это бы было здорово. Но уже завтра передают дожди, и мне надо сегодня поработать, иначе будет уже поздно. Во как. А этот нож — карман. И теперь прощупываю пальцами. Ага. Отлично. Можно что-то взять. Так, вот смотрите. Отделяю вот эту верхнюю скорлупку. Вот такой вот панцирь получился. И почему именно этот тюк? Потому что он лежит вот таким вот образом. То есть бочком. И он, скорее всего, еще свежий. А если бы это был вверх, то есть вертикально бы стоял, то все бы сгнило. И именно вот этот тюк я и приметил. Кстати, это хорошая солома, хорошая. Вот лишнее убираю. Ой! Вот смотрите, какая гниль. Прям ужас. И никому это ничего и не надо. Вот представляете, смотрю, машина приехала, увезла. Я только облизывался, думаю, вот елки-палки. У меня рядом под носом, я не могу забрать. Ну так можно и... Вот это я, конечно, сложу. Но! Вот смотрите, тюк. Сейчас я попробую поставить его. Вот так. Ну просто прекрасно. Вот что есть, то и заберу. Все. Вот врать не буду, это вот на самом деле. Пусть он такой и будет. Так.
Так. Вот так. И сейчас вот этот вот угол будет опираться сюда. Я толкну, и все будет на месте. Ну, вроде понятно, да? Потому что надо этот тюк забирать. Вот елки-палки, он тут вскрылся. Все. Ну все, вот что есть здесь, то я и забираю. Тюк какой-то маленький получился. Просто маленький. Ну и я этому рад. Я просто смотрю центр расположения этого тюка, чтобы ну, вроде пусть так и останется. Видите, как болтается одна сторона. Ушла по полной программе. Вот сюда я подожму. Отсюда подожму. Вот сюда. Вроде бы и все. Ну ладно, опоздавшим, что есть, то есть. Так, посмотреть здесь. Хорошее заберу. Ха-ха, заберу. Вот сюда можно поместить. Так, а вот здесь что? Тоже можно забрать. Надо забирать все, что есть, потому что, ну что это, телега-то не полная. И возвращаться с неполной телегой тоже как-то не очень-то и приятно. Заберу. О, классно. На земле это, кстати, все пригодится. Особенно курам пригодится. Заберу. Собрал солому, сколько можно собрать. И я уже готов ехать по этому полю. Вот в то направление. Вон туда, вон туда, вон туда. Сейчас я это и сделаю. Ну, вроде бы все нормально. Так, проволочка. Это вот обязательно, она, правда, ломается почему-то. Уже осталось чуть-чуть. Мне кажется, этого крючка хватит.
раз узлы, буду все эти узлы разматывать. Так. Крутануть надо. Вот так. Не хотел же на узел завязывать. А как-то получилось так, что на узел получилось. Так, все здесь. Вроде бы и все, я думаю. Да, и вы тоже думаете, что все, и я также думаю, что уже все. Видите, как намотал друг на друга, что и сам-то теперь уже никак не разберусь, что я тут, да как. Вот этот узел, он будет мешать. Я его раз перекину. Все. Одна веревочка. И вторая веревочка. Вот представляете, как легко все получилось. Шифер сброшу. Вот так вот на пенечек.